дальнейшего это состояние пустоты. А может быть вдох на 6, выдох на 6, задержка на 3, как бы. Каждый определит то, что делали до этого, определяет состояние пустоты. Затем, следующий момент, после отработки практики прямого дыхания, или же дыхание, это еще зачаточное, зародочное дыхание от низа живота, которое идет по центральной срединной линии, мы переходим к отработке практики дыхания обратного, но или же выполнения медитативной практики малой космической орбиты. Мы с вами сделали выдох, втянули вниз живота. В этой практике очень важна работа 5 групп мышц ануса. И подтянули мышцы ануса как бы кверху, подтянули. Мы для начала полностью просто подтянули, напрягли. А теперь мы с вами на вдохе еще больше втягиваем живот. Живот как бы в крайнюю точку позвоночника уходит. Расслабляем, начиная от низа живота, половые органы, промежность, там, крестец. И мы проходим последовательно 9 точек, начиная как бы вот от пупка, здесь поясничный отдел, грудной отдел, проходим шейный отдел, идем сюда на макушку, здесь точка межброви. Кончик языка у нас постоянно касается неба, и кончик языка у нас замыкает, это сердечный центр, и выдох мы ведем вот сюда. И начинается вдох. И вот опять же мы на первых этапах там как бы считаем до 9, если досчитали, и наша задача ментально отслеживать от низа.